Здравствуйте. Меня зовут Евгений Потапов. Я генеральный директор компании ITSUM. Антон про нас рассказал, там подробнее говорить не буду. Мы находимся в Иркутске. У нас 50 человек, у нас есть небольшой офис в Питере для ночных смен. Поддерживаем разные сайты, много интернет-магазинов. И у нас много сайтов на Битриксе. И я не знаю, как, наверное, у многих студий, у многих просто владельцев интернет-магазинов есть довольно часто вопросы, связанные с тем, насколько сайт готов к нагрузке, насколько код сайта работает эффективно, насколько сервер настроен оптимально. И это нужно как-то понять. Для того, чтобы понять, мы вместе с компанией Bittrex, вместе с компанией Selectel, которая предоставила сервера, провели весной этого года нагрузочное тестирование коробки. Именно коробки, в которой было заполнено 100 тысяч SKU и проведены сценарии работы типового магазина. Среди целей, которые мы поставили для проведения нагрузочного тестирования, первой целью было провести тесты, выяснить максимальную производительность магазина со 100 тысячами товаров на стандартном оборудовании. Очень часто мы слышим вопрос, вот мой магазин, там, наш сайт выдерживает под динамикой 100 запросов в секунду. Это много или мало? Мы хотели получить в результате своего тестирования эталон, на который мы могли бы ориентироваться, чтобы понять, да, на таком оборудовании это хороший результат, или там нет, должно быть куда стремиться дальше. Второй задачей большой для там, современного времени являлось протестировать способность 1С Bittrex масштабироваться под разным количеством серверов. То есть вполне нормальный вопрос, насколько увеличится производительность при переходе с односерверной системы на двухсерверную. И дальше уже хотелось понять, насколько дальше можно расти по нагрузкам. То есть да, понятно, что там два сервера будут работать в какой-то мере лучше, чем один, но если у нас два сервера, и мы хотим увеличить нагрузку в два раза, мы сможем масштабироваться линейно, можем подбавить просто две машины и узнать, что будет дальше. Получить результат нагрузочного тестирования для одной, двух и четырехсерверной конфигурации и в процессе тестирования подобрать те оптимальные параметры как для серверного ПО, как для ПО, связанного с веб-сервером, так и для самого Bittrex, найти какие-то неоптимальные места, которые можно оптимизировать, и в результате этого выдать какие-то рекомендации. Как вообще проводилось нагрузочное тестирование? Если рассматривать вид нагрузочного тестирования, то существует две модели проведения нагрузочного тестирования. Это закрытая и открытая модель. В закрытой модели тестирования мы ведем линейную нагрузку на сайт. Она не меняется, пусть это какое-то число запросов в секунду, которое ведется в течение долгого времени, не изменяясь. То есть это такая искусственная нагрузка, которая позволяет выяснить именно максимальное число запросов, которое способен вычислить сайт. В открытой модели пользователи приходят волнами, они могут не остановиться, когда сайт затормозил, их может быть больше, чем система может выдержать, может оказаться меньше, чем система может выдержать. Цель – понять, как ведет себя система в критической нагрузке. Для данного теста мы выбрали закрытую модель, поскольку у нас задача получить именно максимальную возможную производительность, получить эталон. То есть, если сравнивать это с там, спидометром машины, нашей задачей было получить максимальную цифру спидометра, которую можно достичь, и от которой можно ориентироваться по остальным параметрам. Таким образом, мы выбрали закрытую модель тестирования. Мы решили, что тестирование должно пройти в течение 24 часов. Это были параметры предыдущих тестов. Это покажет стабильность системы под долговременной нагрузкой и позволит посмотреть какие-то тонкие места. Каталог товаров должен быть очень большим. Сергей говорил, что там сравнимо с Евросетью, Эльдорадо. И в качестве тестируемых систем на односерверной конфигурации мы использовали Bittrex управления сайтом. На двухсерверной, на четырехсерверной это был Bittrex Enterprise. Важной штукой для тестирования являлась установка SLA. То есть мы не просто нагружаем сервер, мы определяем для себя, что 99% динамических запросов должны быть выполнены быстрее 1000 миллисекунд. Число ответов не типа 200 под большой нагрузкой должно быть не более 0,5%. Мы даем критическую нагрузку на сервер, какое-то число не 200 ответов мы можем получить. Почему выбрали параметр в 1000 миллисекунд? Это стандартный средний параметр генерации на больших магазинах с Bittrex. Позже я остановлюсь на том, что в результате всего получилось.
В качестве инструментария мы использовали Яндекс.Танк, очень классный фреймворк, который поддерживает для проведения, собственно, самой нагрузки стрельбы две системы — Phantom и JMeter. Phantom очень производительный и очень классный, но, к сожалению, не позволяет делать сложные запросы, связанные с сохранением кук, оформлением заказов и так далее. Поэтому мы остановились на JMeter. Мы взяли серверы в Selectel, вот эти ценой 8800, это самая популярная машина в Selectel. На ней же стоял, на отдельной машине стоял Яндекс.Танк, на остальных стояла конфигурация Bittrex. В качестве сценария тестирования мы проанализировали логи нескольких больших магазинов и выбрали следующий. 60% пользователей просто браузят каталог товаров и иногда смотрят карточки товаров. 37% пользователей используют умный фильтр, то есть создают там дополнительную нагрузку на сайт. И 3% пользователей, там хорошая конверсия в принципе для магазина, кладут товар в корзину и оформляют заказ. Аппаратное обеспечение, как я говорил, это селектиловский сервер с двумя жесткими дисками в софтверном рейде. Один сервер — это источник атаки с Яндекс.Танком. И остальное — это серверы с 1С Bittrex на веб-окружении, в котором PHP был обновлен до версии 5.6. Я вот не знаю, современные сейчас веб-окружения там уже 5.6 работают или... Ну, в ближайшее время новое веб-окружение выйдет с 5.6 версии. Аппаратное обеспечение и конфигурация. В конфигурации с одного сервера нагрузка приходила на Nginx, дальше ложилась на Apache, стандартное веб-окружение Bittrex. Кэш сессий, раздел с сессиями, все сохранялось в TMPFS. С усложненной конфигурацией с 2-4 серверов, один из серверов работал как балансировщик и веб, и мастер, остальные сервера работали как веб и как слейв. Сессии хранились в файловых сессиях, а нагрузка распределялась по технологии сходной с IP-хэш, поскольку мы тестили с одной машины, мы не могли прямо использовать IP-хэш Nginx, но технологии сходной с IP-хэш. В качестве для кэширования мы использовали memcache. Что нужно понимать, если вы решили тестировать свой сайт или решили провести нагрузочное тестирование? Тут я хочу остановиться на том, что мы для себя выяснили в процессе вот этого долгого сложного тестирования. Первый этап — это фактически примерочная стрельба. То есть если вы запланировали провести у себя нагрузочное тестирование, вы должны понимать, что для начала вы просто будете оптимизировать саму систему, оптимизировать конфигурацию серверов для того, чтобы затем провести уже настоящее тестирование. Мы смотрим на конфигурацию, мы исправляем ошибки конфигурации, ошибки сценариев, мы подбираем параметры для максимальной нагрузки при заданном SLA, мы делаем тюнинг системы, и в итоге мы в результате этого первого тестирования фиксируем для себя, какие параметры создают максимальную нагрузку на сервер или на серверы, сохраняя при этом тот SLA, который мы определили. В односерверной конфигурации это было 34 потока, в конфигурации с двух серверов это было 74 потока, и в конфигурации с четырех серверов это было 136 потоков, которые создавали нагрузку. Грабли. Нужно понимать, что первый большой прогон обязательно будут нехорошие результаты. Нужно будет что-то пооптимизировать, что-то потюнить. Возможно, что-то было сделано не так. Могут быть проблемы с конфигурацией сервера сайта, какие-то неоптимальные решения. Фактически это просто путь к оптимизации вашего сайта. Все изменения конфигурации должны обязательно фиксироваться. Вы, возможно, захотите что-то поменять, чтобы посмотреть, будет оно работать или нет. Измените несколько параметров и затем создадите нагрузку снова, и увидите, что результаты улучшились. Обязательно следует зафиксировать каждое одиночное изменение. Все изменения должны делаться максимум одно изменение за раз. Сами сервера под нагрузкой должны мониториться. Да, это стенд, да, там, скорее всего, нет живого трафика, но фактически вы создаете большую нагрузку, и сайт может упасть. Может быть какие-то проблемы с системой тестирования, могут быть какие-то проблемы с серверами, на которых, собственно, стоит сайт. Нужно следить за ними, как за продакшн-сервером. Должны быть установлены какие-то контрольные значения, как минимум просто на то, что у вас access-логи могут забить диски. И следует там руками контролировать то, что все хорошо.
важная штука, которую мы для себя поняли, если у вас в результате очередных каких-то смен настроек, оптимизации вдруг резко улучшились результаты тестирования, скорее всего, это означает не то, что эта оптимизация слишком очень хорошо помогла, а что что-то пошло не так. Там, в одном из, например, наших кейсов не сработал третий сценарий с проведением заказов, который создавал самую большую нагрузку, и, соответственно, там, цифры по RPS стали гораздо лучше. Еще какие-то, у наших клиентов я несколько раз видел кейсы, когда на проблемы с базой данных не обрабатывалось, выдавался HTTP-200, соответственно, у нас падает база данных, при этом сайт продолжает отвечать HTTP-200, пишет DB-error, и нагрузка создается там, порядка 400-500 RPS на PHP-файл, который отдает ошибку. Вы видите хороший результат, на самом деле ничего не работает. Бюрократия. Все конфигурации тестирования нужно сохранять, все сырые результаты тестирования нужно сохранять, все конфигурации БД, кода, сайта нужно сохранять. Фактически вы должны для себя, для клиента понять, иметь возможность повторить те же самые результаты по запросу. Это будет, как минимум, валидирует те данные, которые вы говорите. Теперь, собственно, по результатам. При тестировании под одним сервером мы получили, наверное, самое интересное с технологической точки зрения, это число запросов в секунду на PHP 167. У нас получилось 167 RPS при динамике при 34 одновременных потоков. 99% составляло 366 миллисекунд, и теперь на минуту вот про тот показатель, который был у 99% в 1000 миллисекунд. Вообще под нагрузкой и на одном сервере, и на двух серверах, и на четырех серверах мы обнаружили интересную штуку. Запросы, не связанные с оформлением заказа, запросы, не связанные с добавлением в корзину, с оформлением самой покупки, они выполняются, если у вас грамотно настроено кэширование, на коробочной версии сайта, где-то порядка 250-300 миллисекунд под большой нагрузкой. Это, в принципе, очень хорошие результаты. Если у вас основная аудитория – это именно люди, которые не покупают, а люди, которые приходят и смотрят, то есть там 97% пользователей, которые проходят по магазину, им результаты отдаются при композитном кэше там 9 миллисекунд, а апдейт композитного кэша с результатами получается где-то порядка 250-300 миллисекунд. Операции, связанные с корзиной, операции, связанные с оформлением заказа, это где-то в пределах от 500 до 1000 миллисекунд. Это есть отдельные, на сайте 1С Bittrex уже выложили наш подробный отчет про это тестирование. Есть там отдельно в отчете есть данные по тестированию, есть данные по конфигурациям Яндекс.Танка, GMetro, есть данные по логам проведенного тестирования, их можно детально посмотреть. Это процентиль. Если посмотреть, но на нагрузку, которая создавалась в течение всего времени с учетом композитного кэша, это было где-то порядка 350 RPS, нагрузка в течение всех там, 86 400 секунд держалась примерно равномерно. Те всплески, которые вы видите, они связаны как раз с дополнительной нагрузкой при, не всплески, а падение как раз РПС, с дополнительной нагрузкой при проведении заказов. На тестировании двух серверов самое интересное, конечно же, коэффициент масштабирования. Получилось 1,6. То есть если мы берем и вместо одного сервера начинаем использовать два, мы можем выдержать там, в 1,6 больше нагрузки при коробочной конфигурации, опять же. Процентиль была выполнена, получилось 265 запросов в секунду при 74 одновременных потоках. Ну и самое интересное в данном случае, конечно, то, насколько два сервера относятся к четырем. Вот здесь коэффициент масштабирования он уже составлял 2. То есть если, да, переход от одного сервера к двум серверам не создает двукратного преимущества, но переход от двух серверов к четырем серверам, он создает уже преимущество в двукратное. Мы получили 535 запросов в секунду на все сервера, 99% было в течение 900 миллисекунд, число просмотренных страниц 46 миллионов. Да, нужно понимать, что это не обычная синусоида, которую мы видим там на интернет-магазинах, а
постоянная нагрузка, то есть это больше, чем... Там, если сравнивать с живым трафиком, то мы понимаем, что в какой-то момент пик может быть больше, в какой-то момент меньше. Здесь это была линейная именно закрытая модель. А номинал 46 миллионов 256 тысяч просмотренных страниц. Какие итоги всего этого тестирования, какие планы для нас? И мы надеемся, что для партнеров, для Битрикса, для интернет-магазинов появились цифры, на которые можно ориентироваться. То есть, если мы сделали сайт, если мы примерно понимаем, какое у нас оборудование, мы можем провести тестирование коробки, можем провести тестирование решений и сравнить с тем, что получилось. То есть у нас есть цифры, от которых мы можем оттолкнуться. Да, это не открытая модель, это закрытая модель. Открытая модель мы хотим протестировать в рамках следующего тестирования и понять уже, как именно ведет себя система, и посмотреть, где можно оптимизировать, чтобы понять, как ведется система под большими нагрузками, больше, чем способен выдержать сервер данной конфигурации. Есть у нас понимание теперь того, как можно масштабировать систему, что ее можно масштабировать. Тестирование проводилось в мае 2015 года. На сайте Битрикса есть, собственно, информация о проведении тестирования. Там же есть подробный отчет, в котором лежит информация о тестировании, и там же лежат ссылки на сценарии тестов, на конфигурации там, и прочие информации. Вот. Спасибо, Женя. Вообще, мне кажется, это было крайне полезное мероприятие, потому что, во-первых, мы актуализировали цифры, во-вторых, вот как Женя рассказал, на первом этапе, когда мы собирали грабли, мы сделали достаточно большое количество оптимизаций вообще по коду, которые выходят, вышли и будут выходить уже в самом продукте исправления. Впервые мы протестировали кластерную конфигурацию, потому что, собственно, последнее тестирование мы делали, когда кластера еще как такового не существовало, показали возможности масштабирования, ну и вам самим как опыт. Классно, очень классно. Вопросы, если есть какие-то, давайте поочередно. Спасибо за доклад. Вопрос, а как вы имитировали покупку товара? JMeter позволяет провести операции с постзапросами. То есть мы сделаем постзапрос, мы сохраняем куку, и там вот в рамках этого сценария как бы куки на цепочке запросов сохраняются. Соответственно, мы сделали постзапрос на логин, мы сделали постзапрос на добавление товаров в корзину, запрос на переход в корзину, постзапрос на оформление товара, и в итоге проверяем, что страница открылась. Спасибо за доклад. Действительно, сейчас наконец-то у партнеров появились цифры какие-то, которые можно показывать. Вопрос такой. Вы как-то обрабатываете аяксовые хиты? Ну, обычно страницы современных сайтов, ну, они отдают какую-то статику, потом делают кучу аяксов, да? Или вы просто дергаете страницу, получили 200, все ок, и дальше? Ну, в коробочной версии там был композит, который подгружал данные, и отдельных аяксов там не было. Когда мы там для себя какие-то тесты делаем, мы учитываем, что на странице могут быть еще какие-то подгрузки, и их просто включаем в сценарий. Ну, мы когда тестировали конкретно композит, мы делали принудительно хит, который делает на страницу, которая закэширована статическая, и дальше принудительно имитировали хит аяксовый, который делает композит. Вот конкретно его мы делали. Дальше какие-то маленькие там какие-то аяксовые хиты не делали, потому что ну, в типовом магазине их там не особо там много есть. Мы на типовом решении тестировали. Еще вопросы? Да. Уточнение небольшое, может быть, там в отчете было. Есть по поводу количества свойств у СКУ, потому что СКУ, как бы, ну оно СКУ, а сколько свойств было, сколько строк клалось в корзину, и какой BSL Basket уже сколько содержал в себе записи. Потому что, допустим, у нас уже миллионы там записи есть, и про поиск ничего не сказано. То есть сценарий поиска не было, не анализировался. Сценарий поиска не было. По каталогу я лучше отдельно сообщу данные там точно. Фильтр, да. Поиск. Полнотекстового поиска не было, был фильтр, там отдельный процент хитов был с фильтрами. Каталог, по сути, был взят, растиражирован типовой, но именно был отмасштабирован на 100 тысяч СКУ, то есть вот можно на это ориентироваться. Угу.
Ну, у всех разные все-таки сценарии, потому что вот мы старые тестирования делали вообще на демо-каталоге, из небольшого количества товаров сейчас сделали больше количества товаров. Если мы сделали бы больше свойств, мы бы, да, заведомо получили бы, наверное, более там, низкие цифры, но они бы, может быть, уже были бы худшим ориентиром для магазинов, для которых это не актуально. То есть мы понимаем, что это некий эталон, на который приблизительно можно ориентироваться. Эта цифра на реальном магазине может отличаться в разы, во-первых, из-за плавности нагрузки, во-вторых, из-за уже конкретики там, конкретного магазина, но это вот некая эталонная модель, естественно, поэтому надо это учитывать. А, еще ли есть вопрос у кого-нибудь? Если нету, то у тебя... Фотографы. Так, коллеги, если будут вопросы уже возникать по ходу, я думаю, что вы, Женя, можете их смело задавать. Я буду переключать пока презентацию на...